Мои красотули, с вами Лаки Бобо. Ребята, в монашке вышла обнова. Там появился новый способ побега. И еще много чего интересненького. Так что прямо сейчас мы в нее и поиграем. И, конечно же, я вам расскажу и покажу, как пройти игру. Так что прямо сейчас поддержи видосик и поставь лайкосик. Ну а также досмотри его до конца. И перед тем, как мы начнем, посмотри, какого цвета у тебя горит кнопочка подписаться. Если же она серая, то все оки-доки. Ну, а если же красная, то прямо сейчас жмёкни ее, чтобы она стала серой. А сейчас хватай вкусняшки, и мы начинаем. Ох, и давненько мы не были в гостях у монашки. Я даже соскучился немножко. Интересно, как она тут одна одинёшенька? Махабарам! Привет, Мо! Призываю учеников! Ну, все понятно, не будем ее отвлекать. Кажется, наша монашка так заскучала, что пробует наколдовать себе учеников в школу. Я надеюсь, у нее это не получится. Не будем ее отвлекать. Пойдемте пробежимся по школе и посмотрим, что тут поменялось. Так как нас ждет сегодня крутейший новый побег. И, конечно же, концовка. Но нам придется немножечко попотеть, чтобы все получилось. Так как разрабы очень постарались сделать игру интереснее. А еще нас ждет одна неожиданная супер встреча. А с кем именно, скоро узнаете. И для начала восстановим электричество. Готово! В этой части игры пока ничего не поменялось. Нужно идти дальше. Все интересное нас ждет впереди. Возьмем лом, чтобы открыть проход в туалете. Хватаем его и погнали. Так, надо аккуратненько приземлиться. Оп, отлично. И теперь, гоу, откроем проход. И потом прямиком в канализацию. Проход открыт и спускаемся вниз. Так, сейчас нам надо тут найти ключ и им открыть 4 люка, чтобы перекрыть воду. Виу, покоряем волны. Ха-ха. Так, остановочка. А вот тут и висит наш ключ. Но, если честно, то это не ключ, а ключик какой-то. Он же совсем маленький. Так, ладно, погнали и испробуем его в деле. Откроем первый люк, а он на улице, совсем рядышком. Главное сделать все тихо, чтобы монашка нас не услышала. Думаю, она уже закончила там свои ритуалы. А вот и наш первый люк. Открываем, ща перекроем там воду и поворачиваем рычаг. Отлично, ты восстановил отсутствующий электрический ток. Да ладно, я думал, мы воду перекрываем. Ха-ха, тут, наверное, какая-то ошибочка. Ладно, погнали дальше, к следующему люку. О, ключики! Сейчас откроем лестницу. Гоу! Вот тут открываем двери и возвращаемся за ключом от люков. Спускаемся. Ты кто? Ты вообще настоящий? Или мне уже мерещится? О, монашечка, сколько лет? Сколько зим? Ты тут совсем уже одичала. Конечно, я настоящий. Вот сейчас я кувалдой и проверю. Проверялкина, блин. Давай бегом в класс, пора мучиться. Ха-ха. С тобой только мучиться и получится. Что? Ну тебе конец. Да не злись ты, злюка. Лучше вон, попрыгай на батуте. Разомни косточки. А то уже совсем зачахло тут. Одно одинешенько. Стой. Стою, ну а точнее сижу. Вот сейчас махну пару раз кувалдой и разомну свои косточки. А точнее твои. Ха-ха. Опять ты за свое. Ладно, надо немного ускориться и поднять наш ключ. А то он один все люки открывает. И лучше его не терять. Не бойся ты меня, добрая монашка. А то сейчас злюка-монашка с огромной кувалдой и красными глазами придет и порядок тут наведет. Ха-ха. Я подготовила ремень. Время урока послушания. Да уж, твои методы обучения совсем устарели. Так на лет 200. Лучше оставь ремень для штанов. Ха-ха. А вот и туалетный люк. Надо тут быстренько справиться. Все готово. Погнали дальше. Ты что делаешь? Помогаю тебе с водопроводом. А то ты тут скоро плавать будешь. А-а-а, ну тогда молодец. И еще у меня там в комнате надо портал в ад досками забить. А то оттуда сквозит. Ха-ха, хорошо. Но перед этим нам надо еще один туалетный люк открыть. Вот так. Третья заслонка готова. Сейчас, гоу, найдем последний люк. Он тут недалеко. Прям рукой подать. Достаточно выйти во дворик. Вон он, около зеленого крана. Сейчас мы его быстренько откроем. И можно, как черепашки-ниндзя, в канализацию бежать и там тусить. Ха-ха. Нигде ты не будешь ходить. Ты вообще что задумал? Возвращайся в комнату. Где хочу, там и хожу, монашка. Стремная и хитрая мордашка. Это у кого мордашка? У меня? Подумаешь, не умылась сегодня. А ну иди сюда. Ха-ха. Тебе не только умыться нужно, грязнуля. Ты бы спа себе лучше наколдовала и расслабилась там наконец. Зачем? За шкафом, блин. Ха-ха. Не слышу ничего. Что ты там бубнил? Ничего особенного. Тебе знать не обязательно. Давай лучше в прятки сыграем. Игры тут запрещены. А батут? Он мой. Я учусь прыгать на нем. Ха-ха. Что-то мне кажется, что прыжки на батуте не так выглядят. Ты по нему ходишь, а не прыгаешь. Давай упражняйся. А мы погнали в канализацию.
Так, вода ушла. И теперь тут можно спокойно пройти. Ну круто. Сейчас будет что-то интересненькое. Смотрите, какой там крутецкий тоннель. И он спускается все ниже и ниже. Наверное, монашка тут кучу времени потратила, чтобы это все построить. Ого, вот это да. Да тут целое подземное царство. Ну крутяк. Вот тут нам надо будет спустить воду. А давайте попробуем бросить сюда лом. Проверим глубину. Нет места, чтобы бросить предмет. Чего? В воде нет места? Это что вообще за прикол? Ладно, го тогда осмотримся. А тут много шкафчиков. И для чего, интересно, они? О, может это вообще подземный бассейн для купания? Прикольная идея. А сейчас давайте посмотрим, что в этих шкафчиках спрятано. Монетки нашли. Стопэ, вы слышали этот звук? Чего? Это что, крокодил плавает? Ничего себе! Так, вот эту дверь нам надо, кстати, открыть. И тут кодовый замок. Как открыть ее, покажу позже. Кстати, ребят, мне показался этот крокодил очень знакомым. А точнее, его рычание. Да-да, точно! Это же питомец мороженщика Рода. Ну, крутяк! Давайте-ка расспросим монашку, чего он у нее вообще делает. А пока найдем переключатель в эту комнату. Он спускает воду в бассейне, чтобы мы могли там ходить вместе с крокодилом. Смотрите, там проход на улицу. А я думал, что мы в подземелье вообще. Но оказывается, что мы наверху. Как так вообще? Слушайте, прикольно. Отсюда мы и будем убегать, но чуть позже. Блин, ну вроде все обыскали, а переключателя нигде нет. Может, монашка его у себя где-то припрятала? А нет, наконец-то нашли! Теперь мы спустим воду и немного подсушим нашего крокодильчика. Не все же время ему в воде киснуть. И тем более в воде с голодным злым крокодилом у нас шансов ноль. Готово! Сейчас погнали, посмотрим, что получилось. Ух ты, крутяк, водичка сходит. Думаю, после такого мы увидим крокодильи слезы. Ха-ха, а сейчас го вниз. Так, кусака дрыхнет или притаился? Непонятно. Опа, а там целая тайная комната за щелью. Крутяк. Эй, ты куда? И что, нападать не будешь на нас? Да, странно. Походу, монашка его перекормила. Ха-ха. Так, ладно, нам надо вернуться в дом. И на втором этаже, в комнате с чучелами, взять рыбу. Гоу туда. И мы на месте. А вот и наша рыбка. Хватаем ее и возвращаемся назад. Стой, ты куда рыбу потащил? Это для Кота-Рода. Ха-ха. Кота? Да уж, монашка уже слепая стала. И не видит, что это не кот совсем, а крокодил. Походу, Рот оставил ей питомца на содержание и свалил куда-то. Ну как можно было перепутать крокодила с котом? Ой, монашка смешная. Я не могу. Сейчас мы рыбкой заманим кису крокодила. На-на-на-на-на. Или тебя не так нужно звать. Кис-кис-кис. Ха-ха. Иди сюда, маленький. Ну, а точнее, не маленький. Ха-ха. Ты слышишь, как рыба прикольно пищит? О, появился. Чё-то он совсем не спешит. Наверное, не голодный. Давай, зеленый, шевелись там. Кушать подано. Не достал. Ха-ха. Давай-ка еще раз. Эй, ты куда пошел, громила? А-а-а, это у тебя такой почетный круг. Ха-ха. Воу, получилось. Ну, спасибо, хвостатый. Отдыхай пока. Ты нам еще пригодишься. А мы погнали за канистрами. Нам их надо найти. 4 штуки. А вот и первая. Хватаем ее и бежим в тайную комнату, как в Гарри Поттере. Ха-ха. Что? Ты уже проснулся? Чё-то ты быстро как-то. А рыбу что не съел? Да уж, видно, совсем не голодный. Похоже, монашка тебя тут хорошо кормит. Только вот чем интересно? Тут же совсем ничего нет. Ладно, вон дверь. А, ну-ка, Сим-Сим, откройся. Готово. И мы на новой локации для побега. Отсюда мы и будем убегать. Ну, а точнее, уплывать. Да уж, тут прям целый порт оборудован. А вон и наскальная живопись. Сейчас проберемся через водичку и посмотрим, что на ней нарисовано. А это инструкция, что нам нужно сделать, чтобы уплыть. Так, нам надо поставить 4 канистры на плот и запречь крокодила. Ну все понятно. О, а вот и канистра. Ну крутяк. И, кстати, вот это наш плот. Осталось всего 2 канистры найти. Так что гоу на поиски. Такс, вот мы и нашли третью. Гоу, занесем ее на плот. Готово! Думаю, с последней так просто не будет. О, а это что за шестеренка? Она тут не просто так. Сюда нельзя. Ты останешься тут навечно. Вот блин. Отлично, монашка нам помогла попасть быстро в комнату. Ха-ха. И сейчас я вам покажу, как попасть из комнаты в подвал к крокодилу. Есть быстрый способ. А вон уже наш проход маячит. Так, мы почти на месте. Вуаля, быстро и просто. Так, погнали, заберем все-таки нашу шестеренку. А вот эта шестеренка нам поможет ворота открыть. Го, ее установим. Вот сюда мы ее и устанавливаем. Готово! Проход открыт. И тут у нас джекпот. Последняя канистра. Шикарно. А мы быстро справились. Сейчас отнесем ее на место. И останется совсем немножко. Ай, нет! Иди отсюда, кусака! Блин, ты че, проголодался, что ли? Так, канистры мы все нашли. Осталось еще одно дельце сделать. В этой комнате зашифрован код, который надо разгадать. Он нарисован вот на этих картинах с индейцами. Не знаю, откуда они вообще у монашки. Может, она такая старая, что еще на пергаменте рисовала? Ха-ха! Ну да ладно. На этих музейных экспонатах надо найти элементы, которые будут светиться. Сейчас покажу, как именно.
Так, рассмотрим картину внимательно. Ничего вроде не светится. Идем к следующей. Тут тоже ничего. Так, картина номер один. А тут светится облачко. А вот тут солнце светится. И это картина номер два. Да, кстати, нужно запоминать еще, под каким номером картины, чтобы потом сопоставить их символами на замке и затем ввести правильный код. А на пятой сундук светится. А на шестой вроде ничего. Гоу, седьмую картину проверим. Так, тут точно ничего. А вот тут сундук. Точняк, на шестой мы точно что-то пропустили. А тут у нас капля светится. Вот, отлично. Все цифры мы нашли. Код у нас 2783. А сейчас занесем канистру. Все, все канистры на месте. Сейчас осталось запречь нашего кусаку. Но так, чтобы он не превратил нас в перекус. Для этого нам понадобится наш код. Не забыли его еще? Я пока помню. Гу, покажу, куда его надо ввести. Вот тут мы и вводим код 2783. Готово! И что тут у нас? Должно быть что-то для крокодильчика. И тут ошейник! Отлично! Осталось приручить его. Ну а также выпустим его из этого рабства в свободное плавание. Думаю, ему в море будет получше, чем с Родом-бутербродом и монашкой. Ну и красотища тут! Можно было бы неплохо отдохнуть. Ну все, наш плод готов. Выглядит он крепким. Можно теперь освободить крокодильчика. А для этого поворачиваем рычаг и выпускаем нашего кракена. Ау, зеленый, выходи! Ты тут должен пролезть или нет? Надо еще чуток открыть. Ага! Попался кусака! А сейчас поднять паруса! И полный вперед! Навстречу приключениям! Стой! Так нельзя! Куда это ты? От тебя подальше! Покеда, монашка! Это чё? Он котика угнал? Ой-ой-ой! Что я Роду скажу? Вот блин, придется нового в интернете заказать. Ай, пусть сам разбирается. Я тут вообще ни при чем. Вот блин, я одна осталась. Опять вернись! Мы уплыли от монашки с крокодилом. Вот это крутая обнова. Мне очень понравилось. Ребят, а вам? Понравился видосик? Ну и обнова. Напишите в комментах. А сейчас парочка ваших комментариев. Спасибо, мои хорошие, за ваши комменты. Я это очень ценю. А на сегодня это все. Всем пока-пока. До следующего видосика.